Здорово, молодежь! Сегодня будем слушать Baby Metal Distortion. Еще хочу передать большой привет от меня и большую благодарность за донаты. Читать буду Эстону Норту, Асаду, Камонфейсу, Диме Зайцеву и Денису. Ребята, большое вам спасибо за то, что вы меня не забываете, помогаете мне и поддерживаете меня. Это самое для меня главное. Если молодые люди меня поддерживают, старый человек, у меня уже настроение есть такое, у меня подъем какой-то получается. Поэтому вам низкий поклон от меня. Слушаем. Хочется попасть туда. Ой, сейчас, ну сердце даже вот так лупится. Господи, как девчонки толпу заряжают. Ведь это просто прелесть. Вот, я еще раз говорю, жизнь. Ничего бы не надо, я бы все время вот этим делом занималась. Какая бы была красота. Ой, ну ладно, дальше слушаем. Батюшки, сердце сейчас выскочит, блядь, вообще. Вот как могут зарядить человека, вот!
Все, я, наверное, сейчас умру. Сердце разорвется. Ведь это надо... Такая прыть, такая энергия. Господи! Так хочется жить, жить, жить. И никогда, чтобы эта музыка не кончалась и не старела. Чтобы она всегда у нас была в моде. Чтобы все под ним... И дети, и внуки, и правнуки мои, что вот эту музыку любили, чтобы они всегда... Это же весело, весело идти по жизни, не надо, ёлки-моталки. А что мы все ноем, стонем, скулим, плачем бесконечно? Вот она, вот если бы ты включил, вот делал что-то на кухне, включил бы вот эту музыку. Вы понимаете, у меня все в руках горело, все бы двигалось быстро. А когда вот скулят там, как нищего из одного места тянут... И ты еле двигаешься, и все у тебя болит. И тут ломит, и там стонет, и тут визжит, и давление охеренное. А вот когда так, вот я уверен, что у меня сейчас нормальное давление. И что с таким давлением, которое у меня вот сейчас при этой музыке, мне еще жить можно, еще не знаю сколько лет. И куда-то бежать хочется, бежать и что-то делать. И настроение всем поднимать. Сейчас бы с радостью сама туда, в этот круг. Вот только он вон где, на удалении от меня, через этот ноутбук, не залезешь в круг-то. Но я уже сказал, если туда я бы залезла, в этом кругу меня бы затоптали, раздавили вдребезги. И разложили бы меня там на углеводы и белки. Ну и жиры, которых нет. Ой, нет, что, да уж, не в моем возрасте с молодежью-то гоняться, а хочется погоняться. А вдруг не догонят? А я их перегоню. Вот, как хочется. Вот это я понимаю бэби-метал, детский металл. Вот это детский метал-то. А уж какой взрослый-то тогда. Ну, это если детский так заводит. А взрослый... На небеса куда-нибудь поднимет, угонит. На облака, межпланетные пространства. Вот будет весело и здорово. Спасибо всем за просмотр. Давайте побольше вот таких мне выпускайте, чтобы я могла на них делать реакцию. Глядишь, и я буду жить, 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 жить. Вот с этими песнями, танцами, мелодиями. Вот это будет. Вы мне жизнь продлите. Вот что. А зубики-то я вставлю нахерственно. Ну, в общем, все, пошутили, смеялись довольно. Давайте до следующей встречи. Всего вам доброго!